Автомайдану на Грушевського. Дебютує у світському житті новоспечений міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Пане Булатов, я вас вітаю з призначенням вас міністром. У вас була хоча б на секунду думка про те, аби відмовитися і залишитися активістом, залишитися людиною в історії України, яка зробила величезну справу, так, підняла Автомайдан, а не йти в політику взагалі? Коли мені поступило пропозиція спочатку возглавити ГАІ, потім стати заместителем міністра внутрішніх діл. Тобто ви ще обирали, яку посаду ліпше зайняти? Чи ДАІ, чи міністр молоді і спорту? Знаете, не совсем выбирал, я просто в ответ предложил использовать меня как ресурс максимально эффективно. Для того, чтобы принять это предложение, я взял паузу и я собрал Автомайдан. Спросил у ребят. Я проговорил этот вопрос со многими общественными авторитетами и лидерами мнений в общественных движениях. Я провел достаточно большую такую консультативную работу, потому что я сомневался, стоит ли, оправдает ли, ну, как бы это там надежды общества и так далее. Я не получил ни одного ответа, нет. Яка зараз ваша зарплатня, як міністра? Ну, все будет зависеть от надбавок и выработки за месяц, от того плана, да, который у нас получится, но это будет в разрезе где-то 12-14 тысяч гривен. Скільки ви заробляли до Євромайдану? Чи були ці гроші більше, ніж ви зараз будете отримувати як міністр? После того, что со мной случилось, я еще больше стал радоваться простым вещам. У меня есть достаточно уже там богатое, ну, позитивное прошлое, достаточно активов для того, чтобы моя семья жила нормально. И я не собираюсь оставлять какие-то темные пятна в своей биографии. Я готов ответить на любые вопросы для того, чтобы было понятно и видно то, что у меня нет никаких скелетов в шкафу, собственно говоря, и прятать мне нечего. Делили портфелі дуже вузьким колом людей, дуже вузьким, не на Майдані. Майдану сказали вже результати цього поділу. Хто першим до вас прийшов і сказав, а будеш міністром? Мені сказали об этом на Раді Майдана, як рішення колегіальне. Тобто я не готов вам сказати о том, що... Хто приймав таке рішення? Були варіанти, хто міг ще стати міністром молоді і спорту? Чи ваша кандидатура була єдина і остаточна? Мене підтримували всі політичні сили і народні депутати, які присутствували на Раді Майдану і яких я зустрічав потім в Верховному Совєті. Не було чоловіка, який підійшов би і сказав, що є кандидатура спорна, давайте обговорювати. Слава Вакарчук говорив про те, що він мене бачив як активіста, але не знає нічого в моєму прошлому. Я йому предоставив інформацію про свою діяльність, после чего он сказал о том, что у него все вопросы сняты и моя кандидатура его устраивает. У нас был диалог. Ваша кандидатура была єдина на посаду міністра. Дуже прикро про це казати, але якщо б не вся ця жахлива історія з вашим викраданням, ви б стали міністром? Катерина, мне сложно делать такие прогнозы. Я вам хочу сказать, что я прилетел недолечившись и до сих пор пью немалое количество лекарств для того, чтобы чувствовать себя в порядке. Например, к вечеру сейчас, когда я смотрю на телевизор, я не могу прочитать надписи, потому что он у меня расплывается. Мне сложно там ответить на этот вопрос, поскольку для меня это было достаточно неожиданно. Я прилетел в Украину, с самолета я поехал в офис Автомайдана. На следующий день, не попадая домой, я пришел на заседание Громадської ради Майдану. Чим займається ваша дружина? В связи с тем, что существует так или иначе до сих пор угроза для моей семьи, я про свою личную жизнь готов буду вам рассказать немногим позже. В связи с тем, что со мной произошло, есть предпосылки того, что там просматривался след из России, возможно. Но, скажем так, давайте вопросы семьи мы отложим на потом, когда я почувствую безопасность. Чим займалася дружина до революції? Давайте так. Я вас попрошу мою личную жизнь перенести на следующее интервью, я вам потом с удовольствием подробно расскажу о своей жизни.